Вітаю! Робота телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії я Наталія Гейман, і сьогодні говоримо на тему, куди звернутися людині, щоб захистити свої права. В нашому прес-центрі Світлана Торопчина-Агалакова, адвокат, член Ради спілки адвокатів України, президент Дніпропетровського обласного об'єднання «Адвокат». Вітаю вас! Вітаю вас теж! Пані Світлана, розкажіть нам, будь ласка, що потрібно знати людині, щоб почувати себе захищеним з точки зору закону? Тому що ми всі сидимо вдома, і нібито в нас все добре. Але ж, закон є закон. Я думаю, що потрібно знати чоловіку одну. Потрібно вірити в закон і довіряти йому. Але знати його може... Наверное, не может никто знать закон вот, в совершенстве. Работаешь, и точно как Сократ, ты знаешь, что ничего не знаешь. Надо знать, что есть юристы и есть люди, которые знают твою ситуацию конкретную и помогут в этой ситуации. То есть вера, что закон работает, и знание того, что в Украине и в любой стране есть люди, которые знают этот закон и смогут сделать этот закон таким, что он поможет тебе. Я думаю, так. В Украине законы работают? Конечно, конечно. Я оптимист, как говорят, у оптимистов сбываются мечты, у пессимистов сбываются кошмары. Вот поэтому я оптимист, и я за то, что все-таки законы работают. Конечно, мир не идеален. Конечно, что бывают стопорятся законы. Конечно, бывают ситуации, когда закон есть, но он не работает. Но от чего это зависит? Это зависит прежде всего от нас самих. Для того, чтобы закон работал, он должен жить и действовать. Когда он будет действовать? Как будет работать эта чашка? Вот она напоит меня кофе, если я там кофе не захочу. А вот никогда не напоит. Но если я начну действовать и я начну пить, я напьюсь кофе. Поэтому законы, мне нравится такая фраза, законы пишутся для бодрствующих. И для тех, кто действует, законы работают. Для того, чтобы закон заставить работать на тебя, нужно поднять себя. Нужно пойти к юристу, если ты не знаешь, как закон должен действовать, или ты не знаешь, как применить его к себе, в твою он пользу, или в данной ситуации он тебя не защищает, потому что твое право не нарушено. И только тогда закон будет действовать, только тогда ты напьешься его силы, как я бы напилась кофе, если бы я все-таки его выпила. То есть законы пишутся для бодрствующих, и законы действуют у тех, кто активен. Тобто все, що ми робимо, все, чим ми хочемо себе захистити, все в наших руках і потрібно тільки зробити якісь вірні і правильні кроки. Добре, але ж бувають моменти, коли юристи, адвокати, закони. Але ну, в нашій країні дуже розповсюджено це от рішалово, да? коли вже все порішали. І що тоді робити людині? Розповсюджено, на жаль. Але хочу сказати, що все ж таки не сила, не право силы, а сила права. И это такой мой лозунг, потому что я думаю, даже если кажется, что все порешали, даже если кажется, что мир несправедлив и все пропало, шеф, все равно нужно действовать и верить в закон. Если закон нарушен и твои права нарушены, то 100% ты победишь. Только в это надо верить. Вторая составляющая – у тебя должно быть желание доказать, что ты прав, а не так опустить руки. И третья составляющая – это все-таки должен быть рядом профессионал, который активный, обладает соответствующей квалификацией, знаниями, бойцовскими качествами, и вы докажете, что все будет хорошо, даже если вот все порешали. Я помню случай, когда к нам пришла девушка, молодая юрист, она уже поработала лет 5, под началом человека, который говорил: «Я твой закон». Вот. И он ее приучил решать. И когда она пришла в процесс, и к ней подошел адвокат, который был прокурором в прошлом, и он сказал: «Девочка, что ты хочешь в этом процессе решить? Уже все решено.
мы все решили. В апелляции максимум 2 недели будет решение в нашу пользу. Я вообще не понимаю, как вы работаете, вообще как вы зарабатываете, я не понимаю. Я думаю, какие-то вы странные. А вот она пришла наивная по закону рассказывать о том, что там был конфликт между коллективом людей и одним из управлений горсовета в одном из городов. И она пришла искренне и говорит, что тут нарушение закона, и тут нарушение закона. А вот юрист этого управления вообще-то на самом деле, по-моему, все-таки в сговоре. Ну там действительно все было так. Но могу сказать, что эта девочка ушла из адвокатуры вот такой правильной и пошла по тому пути, по которому ее научили. Но дело мы выиграли. И куда делся тот прокурор бывший, который говорил, я все решу? Дело было выиграно. Поэтому, когда ты веришь, когда ты профессионал, и закон действительно нарушен, и высшие силы помогают, и закон помогает, только надо верить и действовать, не опускать руки. Вот минуту назад я звонила учительнице. Много лет прошло, и вдруг раздается звонок в телефоне мне на днях, и звонит учительница, говорит, у меня такой-то вопрос, ты меня помнишь? Я ее помню, это одна из первых моих учительниц, я говорю, я вас помню, она говорит, вот мне такая-то нужна консультация. Я говорю, окей, значит, дала, что сказала, что делать, звоню ей сейчас, вот была минута перед эфиром, я говорю, скажите, как ваши дела? Я поняла, что все бесполезно, наверное, вот так вот, наверное, как-то так, вот, ты не переживай. Я говорю, я не буду переживать, если вы не будете переживать. Если вы не активны, но если вы будете активничать, я буду за вас переживать. А если вы не активны, зачем переживать? Потому что вы поставили крест, вы не хотите бороться, вы не хотите даже узнать, нарушен право, закон вашего отношения с вами. Тоже заслужить програш на справу, да? Якщо да, вот, и, вот именно. Если ты тут рыбка вытягиваешься и говоришь, закон будет побежден, закон будет отстоен, мы победим. И в закон надо верить, и человек говорит, да, все бесполезно уже, все купили, все порешали. Ну, этому человеку нельзя помочь. Нельзя заставить человека быть счастливым насильно. Он должен сам хотеть стать счастливым. И тогда мы здесь, тогда мы поможем. Тогда и общество, все будет настроено, вот энергия пойдет туда, на эту победу. Головне запустити правильний меседж і з правильним настроєм війти в справу. Да, так, да, очень правильно. Але ж от ви зараз говорили про талановитих і хороших адвокатів, хороших юристів. Вони в нашій країні, як і в будь-якій країні, напевно ж, коштують недешево. Надо випити кофе. Так, зробіть ковток. Нехай вас ця кава і чашка ця вас горняться вас напоїть. То як же бути людям, якщо в них немає грошей? Немає грошей, зрозуміло. От, да, люди бідкаються, влада розводить руками, грошей немає. Вот слушайте, у нас такой хороший ефір. Я большая честь для мене, що ви пригласили. Спасибо большое. И вот я вижу в каждой программе, в каждой передаче, вот в частности и в этой, какую-то задачу свою. Вот. И если эту задачу позитивную для людей я выполню, я считаю, что вот мы не зря сегодня провели время. Вот моя задача сегодня повлиять на вас, повлиять на зрителей. И те, которые скептики сидят сейчас у экранов, говорят, ну, конечно, конечно, легко рассуждать человеку, у которого вот адвокатура, есть опыт адвокатский, есть юридическое образование. А что ты, что я могу, когда денег нет, закона, знаний нет, я не защищен. И что я не маю уверенности, не маю уверенности, не маю грошей. Угу. Вот. Я могу сказать, что вот хочу повлиять все-таки на людей. И если раньше было не модно говорить о том, что идите к юристу, все телеканалы до сих пор страдают этой проблемой. Вы пишите к нам, газеты, пишите нам письма, мы вам ответим. Это неправильно. Все-таки надо посылать людей, отправлять к профессионалам, потому что ни телеканал, ни газета не решит проблему. Параллельно можно, но юридическую тему никогда не решит ни юрист. Все-таки настолько бывает сложная ситуация, тут юрист сидит и мучается. Поэтому не модно было говорить «иди к юристам», потому что в ответ сразу, тебе сразу рубят, у нас нет денег, какому адвокату, они стоят такие космические деньги. Друзья мои, но за успех нужно платить цену. Это время, это нервы, это какие-то деньги.
И не столько стоят эти адвокаты, которые за консультацию возьмут какую-то сумму денег, может 100, 200, 300, 500 гривен, я не знаю, в зависимости, какой адвокат, какая консультация и сколько времени она займет. Но эта консультация адвоката спасет тысячи, миллионы гривен, она спасет квартиру, она спасет нервы, свободу, здоровье, она спасет время, потому что люди просто без этой консультации ходят годами туда, куда, по кругу и не знают ответ. И только одна консультация, она решает вопрос, все разъяснилось, разведнелось, потому что адвокат рассказал правильно, и ты перестал ходить не туда, не стучаться в те двери. Есть у Джима Рона такая книга, она начинается, там есть тема про муху. Вот, когда муха бьется в окно, разбивает себя там, а рядом есть открытая дверь. И вот муха бьется в это окно. Вот это мне часто напоминает людей, которые, ну зайди ты к юристу, к адвокату, заплати ты эти деньги за эту консультацию, и тебе все станет понятно, хотя бы путь этот правильный, потому что ты часто принимаешь лекарства, медик тебе дает какие-то советы, на самом деле ты до того уже время потерял, точно так же в юриспруденции, ты потерял время, ты потерял сроки, ты подписал какие-то документы, ты направил неправильные бумаги и не туда, ты вовремя что-то не сделал, не направил ходатайство. И юрист хватается за сердце часто, я говорю, где вы были раньше, почему вы раньше не пришли, столько уже пропущено. Поэтому, конечно, адвокаты платят, ну, нужны деньги, им нужно платить деньги. Почему? Потому что люди не знают, и я пользуюсь эфиром, расскажу, что адвокат платит деньги государству. Налоги платит, определенные взносы платит, но никто, кроме клиента, адвокату ничего не платит. Адвокат должен содержать офис, содержать себя, содержать свет, стол, куда ему нужно прийти, там, компьютер, базу данных, существовать как-то. Откуда? Никто не дает адвокату денег, кроме клиента. Это нормально, это те люди, которые содержат адвоката. И часто непонятно, пришел к сапожнику, он сделал набойку, ты видишь что-то материальное, понятно, за что заплатил. А за что платить адвокату, извините, который с тобой поговорил там час? Ну, все вот так как-то вот поговорил. Но это знания, они всегда нужны, это все нужно оплачивать, это интеллектуальный труд. Он годами копится адвокатом, он за минуту тебе рассказал то, о чем ты можешь и никогда не узнать в жизни. И кроме того, хочу сказать, что, конечно, могут слушать эфир люди, которые вообще не имеют денег никаких, они и 100 гривен не могут заплатить за консультацию. Вот. Поэтому, слава Богу, в Украине с 2013 года принят закон о безоплатной правовой помощи. И люди, у которых нет денег, могут обратиться в любом городе. Есть центр безоплатной правовой помощи. И в городах районных. Есть в районных центрах, эти центры есть, где можно прийти и сказать, у меня нет денег, но мне нужен адвокат. И по гражданским, и по уголовным делам, по административным. И если ты потерпевший, если тебя задержали, дают бесплатно профессионала. Почему я об этом говорю? Потому что часто люди об этом не знают, но знают, что есть какой-то юрист возле депутата. Есть где-то кто-то вот в газете, можно позвонить, телевизионщики позвонят юристу, тебе ответят. Неправильный путь. Потому что и у депутатов адвокаты есть, юристы, которые консультируют. И где-то там на телевидении можно что-то узнать по какому-то письму. Но эти люди, которые будут консультировать людей бесплатно, например, в очереди у депутата, отсидел, получил консультацию у юриста, они не несут ответственность за консультацию, они не ведут твое дело. А в центрах безоплатной правовой помощи работают по контракту с государством профессионалы. Это адвокаты, которые несут ответственность за свои слова, за свою консультацию. Они контролируемые, у них есть ответственность дисциплинарная. И это главное, профессионалы. Они сдали экзамен, у них есть опыт. Вот туда можно пойти и получить бесплатную консультацию. И очень часто говорят, что бесплатный адвокат, это значит никакой адвокат. Неправда. Там работают хорошие профессионалы. И вони за це отримують зарплатню, правильно? І вони за це отримують гонорар від держави. Держава сплачує, але людина нічого не сплачує. Тому ну, потрібно знати, що є такі центри безоплатної правової допомоги людині, є такий телефон безкоштовний, який є в інтернеті, і завжди він один, і в будь-якому регіоні, хто би нас не дивився, можна зателефонувати за тим телефоном і отримати консультацію. А чи можу я отримати цього адвоката? Там є відповідні правила, які кажуть про те, скільки грошей ти отримуєш, яка там щомісячна
який доход, можливо, там від пенсії, чи там якісь там, можливо, заробітна плата, і від цього буде залежати, чи отримаєш чи ні. Чи нададуть вам адвокати? Ну, а якщо не підпадаєш по цю категорію, будь ласка. Пожалуйста. Я на двох язиках, щоб було понятно. Всім, що, хто нас дивиться. Да. Пожалуйста, не жалейте на это денег, не считайте, что это реклама адвокатской деятельности. Это необходимость, которую нужно знать. Я не представляю себе, вот я там в разных городах и странах и работала, и училась, я не представляю, что в Бельгии, например, в какой-то там Бельгии, какая-то даже самая-самая старенькая бабушка пойдет сама в полицию или пойдет в суд иск писать. Как наши бабушки писали иски по детям войны. Это же миллионные очереди в судах. Это сердце и кровь обливалось. Они все писали друг у друга, переписывали. Пошли к депутату, какое-то неправильное заявление писали, которые не работали, потому что они не написали ни одну фразу, например, ни одну фразу не написали. Там, к примеру, там, прошу восстановить срок. Вот, не писали эту фразу. И были шоки, потому что у соседки есть, у меня нет. Почему так? Потому что не было профессионализма. А это юриспруденция. Это как нельзя в себе вскрывать аппендицит. Ну, это так. Надо идти к хирургу. И ликувать себя самому. Точно так же. Поэтому, да, операцию себе можно. Ну, почему юриспруденция позволяет? Вы себе позволяете себе это. Нужно идти к профессионалу. И нужно оплатить цену. Да, нужно найти профессионала. Да, нужно найти цену. Нужно потратить на это время. Но всегда, если интересует, как говорил Жванецкий, интересует результат, нужно заплатить. И тогда мы не будем сейчас стесняться о том, что у людей вот такая беда, такое сейчас положение, зарплаты нет, там еще чего-то нет. А вы призываете идти к адвокату? Не призываю. Я говорю о том, что если нужно решить ситуацию, нужно, чтобы ее решал адвокат. Правильно. Или вариант платный адвокат, или бесплатный, что тоже есть в Украине. Кстати, в Украине, если ты даже миллионер, но тебя задержали, у тебя уголовная ответственность какая-то над тобой висит, то ты можешь бесплатно получить адвоката. Вот такой закон. Вот. Поэтому ну, вот так вот такая страна. И центры работают, и в центрах большое количество адвокатов. Обращайтесь по безоплатной правовой помощи, обращайтесь к платной, ищите профессионалов. Но в любом случае, если вас интересует пенсия, субсидии, если вас интересует какой-то вопрос, там, какая-то беда по трудовому спору, если в жилье, коммунальные услуги, это все адвокат. Если задержала полиция, если вдруг остановил полицейский, если вдруг какая-то беда, вот укусила собака на улице, что делать? Это все пронизано законами. Даже вот этот эфир, он пронизан согласно какому-то закону, идет в эфир. Все пронизано законами. Мы их не знаем, поэтому нужно обращаться к адвокату. Можно зайти в интернет, можно посмотреть закон. Кто не знает интернет, это такое дело. Все-таки нужно пойти к адвокату. Кто знает интернет, умеет им пользоваться. Сейчас 80-летние люди уже могут пользоваться интернетом. Трехлетняя девочка, вчера мне подруга рассказывает, у меня внучка, говорит, 3 годика, она уже себя селфит и отправляет бабушке по вайберу фотографию. Она может, уже с Google. То есть она не умеет читать, писать, но она может уже найти телефон бабушки и отправить. То есть я думаю, что когда интернет будет недоступен для людей, это будет уже мизер. Поэтому можно зайти в интернете посмотреть закон. И, к сожалению, или, к счастью, но мир такой, какой он есть, адвокатура умирает, профессия адвокатуры в том виде, в каком она есть, умирает, и немногие это знают, но я это четко вижу и понимаю уже давно. Чему, какие причины? Востребованность адвокатов все меньше и меньше, в частности, в Украине это видно. Огромное количество адвокатов. У нас удвоилось за последние пару лет адвокатов вдвое. 52 тысячи сейчас адвокатов, насколько я знаю. Вот, и будет больше и больше. Ну и законодательство такое, и ситуация такая. И юристов не выпускали Министерство образования. Аплодисменты в кавычках, вот, и они без работы, многие меняют работу уже в 30 лет, идут в айтишники, у меня там ситуация такие у людей, которые меняют профессию, они не могут здесь заработать, поэтому профессия в этом смысле, с учетом интернета, о котором я сейчас сказала, она уходит, потому что будут программы, потому что будут иски какие-то, сейчас уже заходишь в интернет, образец, пожалуйста. Вот. Но я, когда ко мне приходят, например, на стажировку или там, помощники, я никогда не смотрю в образец. И никогда своему стажеру или помощнику или ученику не скажу, никогда не смотри в образец. Все сам, по закону, смотри в закон. Но люди будут идти по легкому пути, будут смотреть образцы, и они всегда найдут этот закон или где-то такой примерный образец.
Но никогда не отомрет авторская адвокатура. Я почему говорю так про юриспруденцию? Потому что если вы посмотрите перечень вымирающих специальностей, то это в том числе и адвокатура, и юриспруденция. Я смотрела на днях видео, когда водители пьют кофе за рулем, много тысяч километров они едут, автопилот. Профессия вымирающая водителя, машинист вымирающий, люди, которые рядом, около 5 миллионов людей, которые, например, там в Америке показывали, которые обслуживают автосферу, вымирающие. Поэтому надо к этому относиться нормально. Угу. Но если, как я говорю, закрывается одна дверь, всегда нужно увидеть, что открывается другая. Поэтому человек 21 века – это человек с огромным количеством рук, навыков и так далее. Авторская адвокатура всегда будет. Будут сложные процессы, когда в интернете не найдешь ответ. Тут нужно действительно образование, огромный опыт. Эти адвокаты всегда будут. И никогда не умрет необходимость таких адвокатов. Но с помощью интернета можно тоже найти ответ. Можно посмотреть, в частности, YouTube, например, там канал не для рекламы, например, под защитой. Посмотрите, что делать, если укусила собака, если остановил полицейский, ДТП. Прям попунктно написано, мы же работаем. Это мое волонтерство. Тобто це теж те, що можна открыть и посмотреть, а что делать, если ДТП? Попунктно открыл, посмотрел. Там, может, в эту минуту в ДТП ты там не сообразил. Ну, ты придешь домой, посмотришь, или тут же в телефоне. Что, мы же и работаем для этого. Я волонтер для этого, чтобы людям дать возможность... Знаете, у кого, знаете, есть тут, у каждого же есть призвание. Ну так. Вот... Ну вот есть некое призвание у меня, потому что ну, просветительство правовое – это редкость. В Украине таких программ нет. Вот. А для чего ты живешь и работаешь? Для а что, когда будет, когда ты умрешь, кто пойдет за гробом? Что ты сделал для людей? И вот я считаю, что поскольку нет таких программ в Украине, вот эта программа, вот такие эфиры, они полезны. И программа, например, под защитой, была программа «Адвокат», а не только для того, чтобы… Просвітити ну, і, да, вот, і дати якісь знання людям. Щоб ці знання були. І слава Богу, якщо раніше цього не було, адвокат в ефірі не знайдеш. Наприклад, то програма «Подзащита» є, і ти набираєш і смотриш. Любой там, случай, там, ви спрашували, платний туалет, як воспользоваться? От розкажіть, там, щоб... Или там субсидія, или пенсія, или сократили на роботі. Там прям все є. Открываєш і смотриш. Все расписано. Права учителей, вот недавно спрашивали. Права туриста. Дуже цікаве права ученика. Питання, да. Люди говорят, вот у меня там проблемы с ребенком. Я не знаю свои права. Могу ли я там подойти к учителю, потребовать от него вот это? А вот это я могу потребовать. Есть все в интернете, в программе. В законе сложно, действительно. Закон сложно написан. Иногда мы сидим, читаем, и не можем понять, что же там написано, в конце концов. Что законодатель имел в виду? Нечеткий язык. Но когда смотрите такую программу, она разжевана на украинском, украинскую мову, российскую мову. Разжевана. Доступно вопрос-ответ. И ты понимаешь, что, куда, в каком направлении. Законна ли рыбалка? Законна ли охота? Все мы сделали, чтобы людям было куда посмотреть. И не искать эти законы, потому что там вот так вот юристы стоят. Ну да, можно запутать. То давайте зараз конкретно пройдемося по декількох питаннях, оскільки в нас час трошки обмежений ефіру прямого. Okay. Давайте по декількох питаннях пройдемося. Ну от, наприклад, ви вже проговорили про туалети. От нещодавно в Києві був такий випадок, йшла мама з дитиною по Хрещатику, так? І дитина захотіла до туалету. Не буду називати мережу магазинів, не суть. Не пустили. Чи... мають право люди скористатися, не знаю, туалетом в магазині, супермаркеті, ресторані, якщо вони там нічого не купують. Слушайте, вообще, ну, напрямую в законі ответа нет на эту тему. Вот. Но печально мне, вот, мне жаль эту мережу ресторанів чи магазинів, де дитині не надали туалет. Це дуже шкідливо для цієї мережі. Чому? Тому що все ж таки ми працюємо для людей. І якщо б ми зараз сказали, то ніхто б, ну, хто побачив, в цю мережу принципово б не пішов. Ну, я не можу озвучити, тому що говорят, це буде говорят, реклама. Да, потребитель такий лозунг має «Голосуйте ногами». Не ходите туда. Вот. Но это люди, ну, не моя задача сейчас, то, кто, может быть, с этой вот сети магазинов смотрит программу, не моя задача их унизить и обидеть. Моя задача сказать, что, ребята, у вас будет успех, когда вы будете давать что-то. И вам вернется во сто крат. Дайте больше, чем человек ожидает. Сейчас время такое, когда ты даешь, уже должен дать потребителю больше, чем он хочет получить. Он пришел за булочкой. А
ти йому тут конфетку в подарок, а ти йому тут скидочку, а ти йому прекрасний туалет в подарок. Он 100 раз тобі вернет, 1000 раз. Закон бумеранга, он же ж срабатывает. Поэтому, ну просто люди не поняли еще. Еще они не поняли, что они, если они навсегда, то надо вот так действовать. Быть открытыми и давать возможность заходить. А если еще не поняли, ну придет время. Я думаю, что если они не как мотыльки, не мотыльки на секунду, не бабочка там, однодневка, то у них все получится, и они будут работать. Но с другой стороны, если человек заходит в туалет, это же все частное заведение. Ну, так. И это его правило. Но другое дело, что ты не хочешь соглашаться с этими правилами, не заходи в это заведение. Угу. Правильно? Шукай себе инши, вот заведение, да, идите все в другой магазин. Голосуйте ногами, да, господа потребители, и будет вам счастье. Будете идти туда, где будет хорошо. Вот недавно у меня такой был случай, лично со мной случился. Я думаю, почему это со мной так случилось? Господи, за что ты мне послал такую ситуацию? Ну, знаете, было-было, но такого еще не было. Поскольку со мной было, могу лично сказать, что это была сеть магазинов «Конфискат» в центре города. Я захожу туда поменять кроссовки. Мы прошли огромное количество, значит, магазинов накануне, за день, за сутки до этого со знакомой. И у меня особые кроссовки, потому что я бегаю по утрам, мне надо, чтобы они там не промокали, и ну нету нигде. И, в общем-то, зашли туда, коллеги с Харькова, адвокаты, говорят, ну, зайдите вот в «Конфискате», там что хочешь. Зашли на свою голову. Вот. Мало того, что мне никто не собирался менять их, сутки прошли, они качественные, вот я их держу, согласно закону о защите прав потребителей. Со мной не захотел никто разговаривать. Администратор, когда я сказала, вы не можете поменять, вы не могли бы мне дать письменный ответ? Ну, мне нужен ответ, чтобы я могла это обжаловать. Я-то знаю, что это, ну, это да, закон нарушен. Я не называлась, не представлялась, не доставала никаких корочек удостоверений, не кричала, что вот тут я вот умная, дайте мне закон. Я говорю, можете дать мне письменный ответ? В ответ она мне ударила дверью тяжеленной, закрывая дверь, чтобы от меня скрыться, вызвала охрану на меня. И когда я пыталась снимать по телефону, мне сказал охранник, который мне в дети годится, я сейчас у тебя телефон заберу, сейчас вылетишь отсюда. В общем, я такое вообще, знаете, ну, не ожидала такого поведения, и мне пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт этой ситуации, защитить себя, потому что там была странная ситуация с охраной такая, недвусмысленная. Никто не захотел представляться, все были без бейджа, администратор без бейджа, охранник, которого вызвали, без бейджа. И я вынуждена была вызвать полицию. Полиция, конечно, патрульные, они тоже не понимают закон. Вот. И могу вам сказать, что... А, у меня не было чека. Я говорю, у меня чек забрал охранник, а в этой сети, когда ты выходишь, охранник берет чек. Забирает так. Да, и там, когда у меня звенели эти кроссовки, он у меня этот чек положил, пока потом эту стельку разбирали, потому что там еще что-то мне звенело. Вот, я вышла, чек у него остался, я прошли сутки. Я говорю, слушайте, согласно закону, я так корректно говорю, не говорю, что я много чего знаю, согласно закону, хотя я об этом говорю уже 20 лет, вы можете ссылаться на показания свидетелей, на факт покупки. Но меня узнает охранник, это было вчера. Меня знает продавец, мы с ней час выбирали это все. У меня была знакомая, я со свидетелем покупала. И у вас есть видео. Ну, это ваши кроссовки, я не пришла сюда что-то там у вас нечестно менять. Ну да, что забрать и на свои. Вот, такая ситуация, что у меня всегда есть чеки. Все, кто со мной в кафе, там все знают, Светлана берет счет. Я вот, ты взяла чек, ты проверила чек, ты на хлеб, мы берем чеки. Это правило, которое не нарушаю сама. Если я кому-то чего-то обучаю и рассказываю про чеки, вы я рассказываю. В первую очередь делаю это сама. Вот, поэтому, ну, в конечном итоге я могу вам сказать, чем это закончилось дело, тем, что когда мы выходили, полиция сказала им принять у меня заявление, написать мне заявление, мне дали бумагу, и полиция уехала. У меня заявление не приняли, но у меня есть видео об этом, что они меня не приняли в нарушение закона, вот, и кроссовки тоже не приняли. И она мне сказала, администратор, ничего у вас никто, вам отвечать, девушка, никто не будет, поняла? Идите домой, нам надо домой. И когда мы выходили, я выхожу из магазина, охранник в злобе какой-то, он в два раза меня дороже, он хватает меня и выбрасывает меня на улицу в спину. Тобто це все залежить. Ви вообще такое представляете себе? Ще й від виховання людей і від виховання взагалі это наших... Я вообще не понимаю, как это. И как стало известно мне потом, что в этой сети магазин много жалоб.
И такое отношение к людям, у руководства, скорее всего. Вот, потому что ну, такая ситуация есть, и факт налицо. И это случилось со мной. Представляете, что с пожилыми, а с детьми? Так само. Если с женщиной, которая вела себя корректно, у меня на видео все есть, не кричала, я просто просила, полиция свидетель. Так ведут себя, что говорит с другими людьми. Поэтому я... Ну, а кто, скажите, в этой ситуации сможет защитить? Я вижу, что здесь есть какая-то моя задача, то есть в этой ситуации защитить так. других людей, говорят в законе о защите прав потребителей, неопределенный круг потребителей, которому мы окажем помощь, потому что обратимся к руководству, не потому что мы хотим их наказать, а чтобы объяснить, ребята, вы для людей, не люди для вас. Вы открыты, вы работаете, но так с людьми нельзя, прежде всего человек. И инспекция по защите прав потребителей у нас есть, и у нас другие есть органы, которые могут защитить. И вот этим примером мы покажем, что как можно ну, чувствовать себя чуть счастливее, потому что, как говорят американские социологи, они исследовали проблему, как стать счастливее. Оказывается, на уровень счастливости влияет уровень грамотности. Когда ты чувствуешь, что ты защищен, что ты закон знаешь, или ты знаешь, куда пойти, кто его знает, и ты четко понимаешь, у тебя уже есть привычка идти к адвокату, как в любой цивилизованной стране, а мы туда идем, мы будем такими, то ты счастливее, ты спокойнее. Вот я совершенно была спокойна, хотя, конечно, у меня был шок, потому что в магазине было написано: «Грубит продавец, звоните, мы звоним, телефон отключен». Вот. А ну, чего можно и в этой ситуации защитить свои права, зная, как это делать? И веря, что закон и все-таки здравый смысл, и... Все це переможе, і, да, і віра основна в себе. От, разум, і здоровий разум, да. Як це сказати? Голос разуму, да, він, да, от він поможе, щоб такого більше не було ні з ким. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я би ще з вами говорила, але наш ефір добігає до кінця. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. Ви сьогодні просто привнесли в нашу студію, в нашу прес-конференцію якесь світло, просвітництво. І... Такий момент, що ми кожен можемо повірити в себе. Але якщо ви не впевнені в своїх силах, якщо ви не впевнені взагалі в собі, просто звертайтеся до спеціалістів. І є така дуже гарна стара фраза: «Не знаєш, як чинити, чини по закону». З вами була Наталія Гейман. Не переключайте, канал відкритий. І скоро ми з вами знову побачимось.